Ой, девчонки, я тут сижу, рассказываю, рассказываю. Оказывается, не включила свое видео. Вот, прекрасный солнечный день, воскресенье. Прохожих сегодня нету, стрит-стайла особо не будет, потому что указ губернатора, что в центре не ходили, видимо, соблюдаются законопослушными гражданами. И я вот сижу в своем баре Кавур на солнышке и расскажу вторую историю из реальной жизни моих подружек, про гадалок-шарлатанок, про всякие там гуру, сектантские гуру и все такое. Просто мне хочется вот многим девчонкам, которые попали в какие-то трудные ситуации, и от того, что им вот обычно такие люди, гадалки, гуру, сектанты, они именно набирают вот именно таких людей, которые фраджили, у которых слабая психика, и которые начинают, вот попали в какие-то ситуации немножко такие хрупкие, и начинают верить первым попавшемуся вот таким вот очень умным гадалкам, в смысле в том, что гадалки — это все равно для меня шарлатанки, но они такие психологи и такие умные, что сделают такое лаваджу-червело девчонкам хрупким, с хрупкой психикой, и набирают их в свои отряды, и качают из них такие деньги за все, за про все, за все про все. И вот эти вот гуру тоже сектантские. И даже подсаживают на кое-что. Потом вот они становятся, вот моя одна подруга чуть ли не стала какой-то, чуть ли не сумасшедшей. Когда я ее слушала, я в такой шок приходила, мне ее было так жаль, но ничего невозможно было сделать, потому что она вот полностью попалась на удочку и гуру сектантскому, и гадалке. Но потом она вышла, слава богу, с годами. В общем, получилось так, что вот эта вот моя подруга, которая в Милане, она тоже... Мы с ней иногда ездили по горам, по морям. Я приезжала на поезде 2 часа, Падуя, Милана. Потом мы ехали 2,5 часа летом на море, на Лазурный берег. И зимой в горы, в Швейцарию, там Сент-Мориц, там так красиво, там все время солнце такое яркое. Такие интересные тусовки раньше были. 360 дней солнца. Вот Сент-Мориц почему все любят. Конечно, там очень дорого все, но там все так красиво. Вот. Как Монте-Карло. Маленькие деревни, и там за 5 минут, за 10 минут туда-сюда можно пройтись по диагонали. Но это такие тусовочные места. И, в общем, и вот она по дороге всегда, или когда я к ней приезжала, она мне все время втирала про этих своих гадалок, про гуру, про йогу, про все на свете. Она начала верить какой-то гадалке румынке, где-то лет 45 должно быть этой гадалке, которая работала просто уборщицей, санитаркой в больнице. И она иногда приходила убираться у нее дома, делать уборку. И как-то втерлась в доверие к моей подруге, что она вот попала на удочку. Она даже ни один день не могла начать без гадания на кофейной гуще с этой румынкой, звонила ей, или она приходила к ней домой. Типа, едет, например, со мною на море в машине, начинает ей звонить и говорит: «Ой, пожалуйста, можешь мне посмотреть, что будет со мною вот сегодня или завтра?» Я так слушала, говорила: «Ты сумасшедшая какая-то. Как, откуда какая-то гадалка, шарлатанка, румынка может уборщица, может знать, что с тобой может случиться в Монте-Карло или в Сент-Мориц? Ты сумасшедшая, что веришь?» И еще же она отправляла ей все время деньги. Она же не просто так гадала, по 25 евро, там, по 50 евро. Я говорю: «Ты что, не понимаешь, что она просто высасывает из тебя деньги?
Она даже, наверное, не варит кофе, а сидит там, делает вид, что варит кофе. И рассказывает тебе очередную херню. Вот так она много лет была зависима от этой женщины. И тоже мне говорила, когда я к ней приезжала, давай, давай, сейчас вот приедет вот эта вот женщина, румынка, гадалка, давай ты тоже нагадай себе. Я говорю, нет, мне не надо, я человек, живу в реализме, в реалистической жизни. Мне вот такие помощи чужих людей не нужны. Я сама себе гадалка, сама себе психолог. Не собираюсь я слушать всякие там установки людей, которые просто делают на этом деньги. И что самое страшное, ведь эти установки психологические, которые они промывают мозги своим клиенткам, они же и действовать начинают, потому что вот эти хрупкие женщины с хрупкой психикой, они начинают вот сомневаться, вот она же вот так сказала, может и правда, и начинают делать то, что сказала гадалка, и в конце концов, как бы получается, что гадалка была права, потому что они меняют курс жизни. В общем, сами понимаете, о чем я хочу сказать сейчас. Дальше. Она попала в какую-то сектантскую группу, группировку, типа, которая занимается йогой. А на самом деле это какие-то сектанты. Она даже очень похудела, была вообще как тень. Когда я увидела, я была в шоке. Она приезжала там еще с другой такой же, якобы занимаешься йогой в терме. Они всей группой приезжали в Петрарку, в Монте-Гротто, а я была в торжестве. И она мне позвонила, вот мы 3 дня со всей группой занимаемся здесь, давай, приходи, встретимся и все такое. Я была в своем 5-звездочном отеле Торжестео, пришла к ней, посмотрела. Во-первых, все эти женщины, которые занимаются этой йогой, все какие-то были неряшливые, неухоженные, с грязными волосами, в грязных вещах. Потому что вот эти гуру, сектанты, они начинают так делать лаваджи червела, так промывать мозги этим бедным женщинам, что они даже переписывают свои дома, продают, отдают деньги и все такое, короче. Она даже один раз показывала, как они были в Палермо, тоже в 3-звездочном отеле, никаком, всей группой, штук 40 или 50 человек. И у них какой-то там шаманский танец был, она мне присылает видео, я смотрю, я в шоке, как будто под каким-то кайфом. Они, наверное, какие-то там делают жидкости, напитки, добавляют какой-нибудь, не знаю, какие-то травы там наркотические, что они какие-то все, вот как в кино. Я была в шоке. И вот так она иногда рассказывала по дороге, что вот гуру сказал ей, что она вот не может найти себе мужчину, не может там полюбить никого, потому что она в прошлой жизни была женою своего папы. Так как типа у нее папа развелся с мамой, бросил маму там с 4 детьми. Да, да, с 4, по-моему, детьми. Ну, вот тут я не выдержала, я сказала, хватит. Что ты за чушь несешь? Какая прошлая жизнь? Какая ты жена своего папы? Иди, говорю, купи себе книги или запишись в библиотеку и начинай читать книги хотя бы. Или запишись в какой-нибудь университет, начинай учиться. Все, вся эта твоя вот эта вот билиберда, то, что тебя могут любой гуру, сектант, любая гадалка, румынка, уборщица в госпитале, в больнице, обработать твои мозги, потому что ты не ученая. Ты по-итальянски ignorante. Это значит недалекий человек, потому что вообще ничему не училась, никаких книг не читала, и поэтому сразу попадаешь под обработку вот этих вот всяких гадалок, шарлатанок и сектантов. А сколько еще они деньги за все это платили, девчонки? Это же не просто так бесплатно делается. От много чего начинают отказываться в жизни благодаря этим гуру-сектантам. Я так разозлилась.
Я говорю, или ты прекращай это, или больше мне не рассказывай. Ты на меня тоску наводишь со своими этими рассказами. И главное, вот на самом деле, по-честному верит во все это. Поэтому, девчонки, будьте осторожны. Не попадитесь на крючок вот таким вот. Но в конце концов, она потом, в конце, вот из всего этого вышла, у нее родился сын там. Она потом поняла, что она вообще была такая глупая, почти вот. Просто я думаю, что это когда у женщин происходит вот эта вот ситуация в жизни, когда у них очень хрупкая психика, их может обработать любой такой шарлатан в свою пользу. Поэтому, девчонки, когда у вас такие ситуации случаются в жизни, лучше сходите к психологу, который учился, к психотерапевту, который вам все раскладет по полочкам. Но ни в коем случае не ходите ни к гадалкам, ни к гуру, сектантам, шарлатанам. А то останетесь вообще без ничего. Такие худые, они же еще там так обрабатывают, что это нельзя, то нельзя, все нельзя. Что в конце концов они становятся просто и веганами, и все на свете. Мало того, что забирают у них материально, экономические средства, плюс еще забирают как бы физическое состояние тоже. Превращается в таких почти дохлых, в дохлятин. Все высасывают. Поэтому будьте осторожны, вот совет. Я это не просто так рассказала, потом в следующем видео расскажу вот это вот, то, что мне нагадали, Минара нагадала, и как это повлияло на поворот моей судьбе, моей жизни реальной. Всем пока!